На предприятии КМЗ трудится не один десяток женщин-крановщиц. Тем не менее, на предстоящий конкурс «Славим человека труда» завод направил одну участницу, лучшую в своей профессии. Татьяна Плевак работает на Курганмашзаводе уже 14 лет. Начинала с простого ученика. Сегодня, как и тогда, каждый день она преодолевает 34 ступеньки, чтобы занять свое рабочее место. Когда 18 лет исполнилось, мама позвала на работу, на завод, просто на экскурсию. Она у меня тоже машинистом мостового крана отработала всю жизнь. И показала, нравится, не нравится. И я говорю, почему бы нет, почему бы не попробовать. И вот так я пришла на завод. Непосредственная задача машиниста – транспортировка грузов внутри цеха от одного участка к другому. Татьяна считает, что эта работа очень ответственная и требует большого внимания. В самом начале у нее был третий разряд, сегодня уже пятый. Проходим обучение и с присвоением своей теории, о знании нам присваивается разряд. Участники конкурса должны ответить на 20 теоретических вопросов, затем приступить к практическим заданиям. В частности, они должны найти неисправности в конструкции мостового крана, поднять и переместить груз по установленной траектории с выполнением заданных фигур, а также опустить его в определенную точку. Жюри конкурса учитывает не только точность выполнения задания, но и скорость. Победителем признается участник, показавший наименьшее время по итогам двух этапов конкурса. Повышаешь свою квалификацию, даже маленькая гордость появляется, что именно ты сходила на конкурс, там заняла место. Просто волнение будет, потому что все равно будет очень много народу, тем более с других округов будут. Конкурс состоится 20 марта в Кургане. Торжественное награждение победителей намечено на субботу, 21 марта. Лучшие машинисты мостового крана получат дипломы и денежные премии. Марина Богатырева, Василий Малухин, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».